Всем привет, ребят! Добро пожаловать в наш влог. У нашего папы сегодня выходной. Вчера он работал полдня, сегодня у него не рабочий день. Потому что, ой, зацепилась. Погода у нас, кажется, уже наладилась, очень жарко. Поэтому будем открывать купальный сезон. Маргоша покрасила волосы. Привет! Покрасили вчера волосы ей темненькие. Кстати, недавно Филька убежал, его не было дома всю ночь. Он где-то гулял. Я его видела последний раз где-то в 6-7 часов вечера. В 11 часов вернулся Лео с работы. Обычно, когда он приезжает, Филька сразу выходит, там перед ним ложится, чтобы его погладили. И в этот раз его нет. Я думаю, что как-то странно. Покушать он не приходит. Чтобы его погладили, не приходит. Час ночи мы с Лео пошли с фонариком искать возле дома. Думали, может, где-то там он сидит в кустах, не нашли нигде. Решили поискать утром еще. Встаем часов, наверное, в 9 утра. Смотрим так вокруг, я посмотрела, в саду нигде нет. Потом приглядываюсь, он там, где он всегда под кустом прячется. Приглядываюсь так сдалека, думаю, что-то какое-то там шевеление есть. Думаю, может, листочки шевелятся. И потом такие два зеленых глаза. Его домой принесли, он вонючий, такой грязный. Ухо у него, одно ухо у него было подранное, была царапина и две лысины. Лысина немножко на голове и две лысины на ухе. Видимо, он где-то подрался с кем-то, встретил какого-то кота, либо кошку. Он там у нас тут ходит тоже. Сейчас вот опять убежал. Вот, так что он у нас убегает. Нужно ему сделать срочно прививку. Отвезти к ветеринару прививку, чтобы он там что-нибудь не подцепил. Ксюня приехала. Так, бассейн вытащили, очки нашли. Думала, что нам подложить под дно. Да. Я склею пакеты мусорные между собой и постелим. В общем, такой получится одноразовый. Что старый? В смысле старый? Это всего лишь год ему. В общем, сделаю такую подстилку, склею скотчем и постелим. Когда будем убирать бассейн, просто выбросим и все. Так, ладно, у меня там готовится кушать. Закончу с готовкой, потом буду продолжать. Папа там наш порядок наводит. Сейчас повезет это все выкидывать. Мама, весь мусор. Да, я знаю. Вам не жарко? Такая жара, не в толстовках. Ксюша вообще в черном вся в толстовках. Жарится куриная грудка. Кукурузка. Она уже готовая, просто я ее подогрею. На гарнир у меня рис еще остался. А я буду гречку. Ксюша, ты будешь гречку? Ты любишь гречку? Почему вы не любите гречку? Все, грею себе гречку. Давай, Макс. Садимся. Давай. Каролина, берите кукурузу, мяско с рисом. Я тут все сгорит. Потому-то быстро. Еще и каждый ест свое. Тяжело так. Я еще не разгрузила машинку. Не успеваю. Так, все, садимся. Вернулся наш гулящий мальчик. Привет. Ну-ка покажи свои залысины. Ты меня не будешь кусать? Вот. А вот эти, видите? Вот. Вот здесь вот одна. Вот тут вот большая. И вот здесь вот. Тут у него прям была ранка, царапина. Кто-то ему дал по уху. А вот здесь вот, видите, еще осталась болячка. Кто посмел тебя тронуть, а? И не испугались тебя, такого большого кота? Вот здесь вот у него тоже было поцарапано. Мальчик мой, гулящий мальчик. Ты собака, что ли? Сейчас все загрузим в машину. Весь мусор увезем. После школы сразу купаться. Да, давай собирайся. Сразу купаться? А где бассейн? Я не вижу бассейн. Ты думаешь, он так быстро наберется? Я не могу, мне тебе нужно урок включить сначала. Ну, не знаю, где. Так, все. У тебя еще 10 минут, через 10 минут. Да. Через 10 минут нужно нажать вот сюда, хорошо? Он сидит, не знает, где дома. Так, карандашики, твое задание домашнее. И где Абакус? Абакус куда делся? Не знаю. Абакус? А вот. Ну, Филипп не знает. Так, все, я пошла. Ногу убирай. Сейчас учитель свяжется с тобой, ты с ногой на столе. Давай, все. Ты не уйдешь. 40. Я тут рядышком. Я дверь не буду закрывать. Нет. Кстати, ребят, хочу напомнить, что в школе Sirius Future сейчас проходит акция. Занимайтесь летом и получайте огромную скидку на осень. От 15 до 50%. Ссылочку, как всегда, я оставлю в описании. Осталось еще, по-моему, парочку штучек и хватит. Каролина, помоги мне расправить пакет. Я сейчас еще вот сюда парочку приклею.
Может быть, туда тоже парочку. Пока мне нужно просто пакеты отрезать. Мама, а ты кто-то придешь куда-то? Сегодня нет. Ой, последний. А? Посмотрим. Так, сейчас мы посмотрим, хватает ли нам черных пакетов. Померяем, а потом уже дальше будем крепить. Ну вот, не хватает. Не хватает. Смотрите, фальто. Гранде. Угу. Немножко, конечно. Ну ладно. У нас еще один пакет остался. Иди купайся. Прыгай с разбегу, раз, два, три. Пу! Половина уже, даже больше чуть половины. Мы не будем прям до конца набирать. Лодочка плавает тут уже. Пу! Будешь завтра купаться? А? Почему нет? Завтра жарко. Ой! Ты зачем морду подставляешь? А? Эй, она мяч забрала. Ты что делаешь? Она его прогрызла, смотри как. Нет! Только не туда. Только воду не надо ее, сейчас шерсти будет много. Вот на корабль посади ее. Поплыли. Закрыли мы бассейн, набрался он. Теперь пусть греется. До завтрашнего дня посмотрим, насколько согреется вода, то холодная очень. Ты сегодня 3 раза гулял. 3 раза. Понимаешь? Пила сегодня подушку, но не для того, чтобы спать на ней, а для того, чтобы набивать игрушки. У меня закончился наполнитель, мне нужно связать игрушку и набить ее. И ничего нет. А если заказывать через интернет, придет это, наверное, где-то в течение недели. Вот, поэтому я поехала, купила подушку. Вот, самую простую подушечку взяла. И сколько тут? Филя! Так вот он у нас кричит каждый день. Загулял. А Ксюша забрала у меня одну подушку, между прочим. Я купила. В наборе были 2 подушки. Ксюша одну забрала. Поэтому такая большая. Дети хотят купаться. Нет, Макс, смотри. 20. Нет, ты должен смотреть вот с этой стороны, не с этой, а с этой. Видишь? Здесь вода 20, 21, 22 градуса всего лишь. Это хорошо, потому что... Ну, если хотите, купайтесь. Там холодная, сверху теплая. Там надо мешать. Мешать? Да. Хочу прыгнуть. Ой, мама, там какая-то жучка. Жучок? Нужно поймать жучка. Будете купаться или нет? Да. Ты кашляешь, Каролина? Больше нет. Иди шортики надень. И ты тоже. Свои плавательные. Челка уже отросла, нужно подстригать. Да, наверное, дома. Кому водички горячие? Мама. Где? Я буду сейчас прыгнуть. Пожди. Уйди, горячая. Где сильно. Вода будет? Нет. А. Купить, в кухню воткнуть, вот сюда на улицу и до ребенка. Да, это точно. Сейчас. Нормально? Мама,
Знаешь, сколько литров горячей воды надо, чтобы она была теплая? Моржи! Что? Холодно? Конечно. Водичка еще не успела согреться. Еще и ласты достали. Зачем им ласты? Все, не пойду больше. Все, больше не пойдешь, ну вылази. Хватило одного раза. Вылази. На лежак ляж и лежи. Иди ложись на солнышко. Женя, дехате де гуяр, я. Унио кеси де гуяр. Стоп! Лак де хвида! Яйцом в кляре. Яйцо, мука и тренировочные сухари. Это у меня молодая картошка варится. Такая миленькая прям. Малипусечка. Я сюда добавила еще сухую паприку в муку, яйцо и тренировочные сухари. Еще я немножко добавлю специи. Вот так вот, подсыпем с двух сторон. И потом. Так, ну дети, скорее всего, будут без шкурки. Можно бумагу убрать. И такая картошечка. Такая мулипучка. Ее невозможно просто почистить. Поэтому я жарила более мелкую картошку со шкуркой пожарила. А уже покрупнее почистила. Руки делаешь. Что за книжка? Это что за страшилище? Нам нужно читать и потом... По-английскому? Да, смотри, тут книжка. А тут в конце нужно на вопросы отвечать. Окей. А я буду подушку распарывать. Ну, сколько? Большой такой кусок. Я буду игрушку распределять. Сейчас пакет переложу. Точно. Все, так что. Можно теперь взять спокойные игрушечки. У меня, кстати, тут такой огромный пакет. Это посылка ко мне приходила недавно. Не знаю, показывала или нет. Я уже не помню. В общем, это пушистая пряжа. Закрыла я. Заклеила пакет. Оранжевый я взяла, чтобы связать лисичку. Хотела попробовать еще. У меня есть схема. Ну, все, в принципе. И вот такой вот серенький, немножко голубоватый. Он здесь не видно. Голубым отдает цвет. Вот я хотела слоника связать. И здесь у меня в коробке все игрушки лежат. Вот этого зайца тоже, я не знаю, показывала или нет. Такой вот большой получился. Зайчик.
платьюшки. Нужно еще бантик. Кушку сюда пришить. Вот такой зайка. Здесь я решила попробовать связать сандалик. Это у меня подошва двойная. И сам сандалик будет вот такого белого цвета. Вот. И тоже пробовала вязать пинетку. Но пинетку я еще так не довязала. Остановилась. Начала вязать сандаль. Вот. Цыпа-цыпа. Ты опять здесь будешь спать? Почему опять здесь? Тебе что не нравится твоя кровать? У тебя кровать неудобная? Да ладно. Мы скоро диван этот поменяем, Каролина. Будет маленький диван, да. Не надо. Да. Посмотри, на что он похож. Он у нас уже весь трескается, видите? И что? И это не кот делает, это сама по себе ткань. Так, когда натягивается, она трескается. И вот здесь вот тоже уже все потрескалось. Поэтому мы планируем диванчик поменять. Поменьше, не такой огромный. Он будет, в общем, без вот этой части мы хотим. Просто, чтобы была вот эта вот часть и вот эта. И все. Угу. А зачем нам такой большой? Чтобы спать. Так ты сможешь спать, они же тоже раздвигаются. Все диваны раздвигаются. У них снизу такая же полочка. Раз. Есть это? Да, да. Этот диван уже, скорее всего, никто не возьмет, потому что он уже весь разваливается, весь уже подранный. Трещинами. Поэтому его только выкидывать. На сегодня буду заканчивать. Пойду монтировать влог и отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге.